В 9 часов утра мобильная станция переливания крови уже готова принять первых доноров. В их числе и сотрудники брянского представительства одной из ведущих информационных компаний России «Гарант». Мы решили в Брянске, может быть, таким маленьким примером каким-то показать другим организациям, что на самом деле это все просто, и можно устроить это даже в какой-то день здоровья, в неформальном мероприятии и принести пользу общественную. Начать трудовую неделю с общественно полезного дела пожелала большая часть коллектива. Причем многие сдают кровь впервые. Каждому предлагают заполнить анкету и пройти необходимые процедуры перед тем, как принять участие в акции. Все желающие могут принять участие. Информированность была на наших сайтах и бегущей строкой по телевидению. Любой гражданин нашего города и области может принять участие при наличии гражданства Российской Федерации, документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта, и который, безусловно, здоров, не имеет противопоказаний и отводов сдачи крови. Каждому донору, сдавшему кровь, выдается справка и компенсация на питание в размере 340 рублей. Процесс сдачи крови занимает совсем немного времени. У донора измеряют давление, определяют группу. И если никаких противопоказаний нет, приглашают на сдачу крови. Доза 450 миллилитров. Виктория впервые участвует в подобной акции, но признается, что вполне возможно не последний. Помощь все-таки людям, мало ли что. Тем более сейчас переливают группу крови, говорят. Другую не переливают. Поможет. Донорское движение России уже поддержали многие коллективы различных коммерческих организаций Брянщины. Сотрудники компании «Гарант Сервис Брянск» уверяют, что вполне возможно, корпоративная сдача крови станет традицией и для их коллектива. Екатерина Зодина, Евгений Седачев. События, Брянск.